Сижу, жду, когда хотя бы хоть кто-нибудь подключится к моим стримам. Никто не подключается. Начну впустую. Потом кто-нибудь посмотрит. Сегодня играем дополнение к Diablo, которое просто так не купишь. Нужно купить Diablo дважды. То есть основное Diablo, я уж не помню, сколько оно стоило, и уж тем более не знаю, сколько оно стоит сейчас. И можно ли вообще сейчас ли его купить? Но тогда я купил его за энную сумму денег в районе, мне кажется, 3000. И при этом еще дополнительно за некроманта и вот эту главу я доплатил еще примерно 1500. В общем, вам решать, стоило ли оно того. Я купил просто потому, что я фанат. Хотя мне тут в личку писали, что я ни хрена не фанат. Но я все-таки фанат, что бы мне ни говорил. Так вот, несмотря на то, что Diablo 3 я проходил множество раз, но вот основную сюжетную линию я помню, а вот это дополнение, не то чтобы я его не помню, но оно как-то вот скрыто от меня. И, вероятно, будут какие-то сюрпризы, о которых просто я забыл. Продолжим. Именно человек спас от разрушения два мира и навеки низверг великое зло. Ангелов и людей забрезжил новый рассвет. Ибо герой человечества, Нефалем, выступил против тьмы, противостоять которой мы были не в силах. Братья мои, я снова займу место среди вас. Но теперь, как смертный. Сегодня, когда справедливость восторжествовала, я стану мудростью. Голосом тех, кто рисковал всем, ради нашего спасения. И в лучах этого нового дня ангелы и люди будут идти плечом к плечу. Отныне и впредь. Но не тут-то было. Диабло был повержен. Казалось, наконец наступит мир. Но этому не бывать. Ибо сущность Диабло заточена в черном камне души. Я не могу уничтожить камень, но и не позволю злу остаться на небесах. Нужно скрыть камень, даже от ангелов. Надеюсь, этого будет достаточно. Твой
Спасибо вам, Харадримы. Ваша служба окончена. И теперь вам надо... бежать. Остановит тебя. Никто не остановит смерть. А я тут вспомнил. Я уровень не поднял. Нужно поднять немножко уровень, чтобы не так было просто проходить, потому что в прошлый раз я просто уже щелкаю их как абрикосики. Я знаю, что в Вестмарше началась кровавая жатва. Ангелы убивают всех, кто попадается им на пути. Я должен увидеть все своими глазами и выяснить, зачем они пришли. Так много вопросов. И так мало времени. И так мало ответов. Да. Так вот, придется, видимо, выйти и поднять уровень, потому что тут только можно понизить, а повысить не дают. Сорян, нужно повысить немножко уровень, на истязание хотя бы. Потому что я оделся в прошлый раз прикольно, и сейчас уже просто вообще не смешно уже играть. Это конец света! Столько людей погибло! Повсюду свирепствуют жнецы! Есть другие выжившие. Генерал Тарион защищал группу горожан, искавших спасения в Старом Закоромском соборе. Но, скорее всего, сейчас они уже мертвы. Посмотрим. Останавливайтесь! Кажется, мы от нее оторвались! Те, кто ждет демонов, должны умереть! Это же просто горожане. Надо защитить церковь! Мы должны отбросить жнецов! А, вот ты где. Я еще не видел
столь яростного штурма? Зачем Малтаэлю понадобился Вестмарш? Он питается смертью. Каждый раз, когда его жнец кого-то убивает, Малтаэль становится сильнее. И когда ты уничтожил единое зло, Малтаэль решил, что теперь самое время завершить вечное противостояние. Но люди не имеют отношения к этой войне. Это так. Церковь! Там внутри выжившие! Со мной! Дева смерти! Остановите ее! Эквалер! Я заберу твою душу! Обычный лучник попытался бы сбежать, когда я ринулся на него с оружием. Но Эх не двигался с места, не сводя взгляда своих крестных глазниц с наконечника стрелы. Даже когда я взмахнул мечом, собираясь отрубить ему голову, он выпустил еще одну стрелу. Как можно сражаться с противником, которому неведомы ни страх, ни чувство самосохранения? Мы должны найти Малтаэля. Где он? Я знаю только, что он не в Вестмарше. Он мог унести черный камень души куда угодно. Больше никаких зацепок. Есть небольшой шанс. Когда Малтаэль захватил камень, от того откололся небольшой осколок. Возможно, изучив его, я смогу узнать что-нибудь полезное. Изучая осколок, а я постараюсь помочь Вестмаршу. Управляет горнилом. Какую-то комплектную ножную броньку нашел. Не обращай на меня внимания. Я пока тут постою. Ангел, который командует армиями Малтаэля в этом городе. И кажется, ты его разозлил. Иногда так бывает. Надо рассказать Тираэлю.
Эдлин. Он... Он мертв. И зачем я только вступил в гильдию? Он меня отговаривал, а я ничего и слышать не желал. Я вижу, он скончался еще до того, как мы прибыли в Вестмарш. Знакомый кинжал. Возьми его с собой. Он может помочь нам узнать больше. Линдон, я скорблю вместе с тобой. О, сейчас босс будет. Мой повелитель уже начал изменять черный камень души. Теперь ты его не остановишь. Вскоре порождение демонов вроде тебя исчезнут навсегда. Только ты этого не увидишь. Мне нужна птица. Надо подобрать шмот. Нефалем, я положу конец противостоянию. В смерти все обретут покой. Ты управляешь силой, которую не можешь постичь. На сегодня я заканчиваю. Тут примерно половину сюжетки дополнения я уже прошел. Вторую половину мы увидим, ну, либо в среду, если повезет, либо в следующую субботу. Вы всегда можете задонатить мне 10 рублей по QR-коду, который находится вон там, либо найти ссылку в описании. Потому что... Вот этот бедный несчастный котеечка, он все-таки хочет кушать, и без вас он никак не сможет. Кириллан, наверное, был великим насытиться. Интересно, да. Почему башня носит его имя? Я смог вызвать этого кота, который тарелочкой кремит. Так вот, задонайте, пожалуйста, пацаны и пацандрессы. И все. На сегодня это все. Всем пока. До скорых встреч.
Thank you.